В станице Зеленчукской прошел открытый региональный турнир среди ветеранов спорта по баскетболу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Виктора Макаровича Алюшина. О легендарном наставнике, ставшем главным творцом многих побед сборной по баскетболу Зеленчукского района и его любимой игре расскажет Фатима Даурова. Весь жизненный путь Виктора Макаровича Алюшина был неразрывно связан с баскетболом. Будучи студентом, представлял свою альма-матер на чемпионатах и первенствах СССР в составе сборной, которая часто становилась первой на пьедестале почета. Будучи уже в статусе наставника, он передавал особую любовь к спорту своим ученикам. Являясь примером подражания для подрастающего поколения, тренер развивал самые лучшие традиции спорта. Баскетбол – это стихия, которая захватывает все больше и больше любителей. Я занимаюсь этой игрой уже 64 года. За это время я встречался со многими людьми, полюбившими эту игру и достигшими высоких результатов. Тренерской работой я занялся в Карачаево-Черкесии. За эти годы были выпущены много хороших спортсменов, которые играли в профессиональных командах. Нестандартный тренер, решения которого опережали время. Его чувство игры было феноменальным. Наряду с профессионализмом Виктор Алюшин воспитывал чувство ответственности перед командой. А добрая улыбка разбавляла даже самый высокий накал любых состязаний. Мне он запомнился оптимистом, то есть человек в возрасте. Я никогда не слышала у него старческого брюзжания. Он всегда, наоборот, всегда мне говорил: «Люд, привет, все нормально». И его, конечно, безупречная улыбка, жизнелюбие, вот это бросается. Ну, этот человек, этот, он незабываемый. В наших душах, сердцах он останется навеки. Это такого человека, это грех забыть. Кто его не знал, это, а кто его знает, это вообще человек большой души, ну, просто... В турнире памяти приняли участие команды из Ставрополя, Кисловодска, Черкесска и станицы Зеленчукской. В составе команд друзья Виктора Макаровича, ветераны, мастера спорта СССР и России по баскетболу, члены сборных команд, участники чемпионатов мира, Европы, СССР и России. В турнирной сетке первое место заняла баскетбольная пятерка из Ставрополя. Им уступила команда ветеранов из Кисловодска, а спортсмены из Черкесска оказались на третьей позиции. Со словами поздравлений и благодарности к ним обратилась депутат Народного собрания республики Роза Чучаева. Она вручила благодарственные письма председателя парламента республики Александра Иванова представителям спортивного класса Карачаева-Черкесии за вклад в развитие физической культуры и спорта. В память нашего замечательного друга и тренера предлагаем присвоить этому турниру имя заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской республики Виктора Макаровича Алюшина. После окончания спортивной части участники турнира посетили могилу Виктора Макаровича Алюшина на местном кладбище, возложили цветы и венки, отдали дань памяти родному тренеру, девизом которого всегда было «Движение вверх». Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.